Цена на проезд точно вырастет. В Кирове существует туризм. Правда, интересен регион пока только итальянцам, китайцам и финнам. А прокуроры возбудили 30 уголовных дел по фактам коррупции. Подробнее об этом не только в рубрике «Короткой строкой» далее в нашем эфире. Цена на проезд в Кирове не поднимется выше 26 рублей. Об этом сообщил сити-менеджер на заседании комиссии Гордумы по транспорту. Говорится, что вопрос о повышении цены на проезд в общественном транспорте точно будет поднят в ближайшее время, так как его не поднимали уже 2 года. И один только бензин за это время подорожал на 20%. Кроме того, перевозчики продолжают закупать новые автобусы и троллейбусы в свои автопарки. Перевозчики уже готовы обратиться в региональную службу по тарифам. 311 тысяч туристов побывало в Кировской области в 2018 году. Такие цифры озвучили в Кировстате. Специалисты уточнили, что половина из этих людей приезжали в Киров с деловыми вопросами, вторая половина с личными целями. Причем большинство туристов останавливались в гостиницах, и небольшой процент приезжих жили в санаториях и на турбазах. Иностранцев в числе всех приезжих насчитывается только 5-6 тысяч. В основном это граждане Италии, Китая и Финляндии. За полгода в Кировской области было возбуждено 30 уголовных дел коррупционной направленности. Об этом рассказали в областной прокуратуре. В основном нарушения касались неверно предоставленных сведений о доходах и имуществе чиновников. Отдельное внимание прокурора уделяет проблемам задержки заработных плат в регионе. Также за полгода им удалось ликвидировать задолженность по зарплате перед кировчанами почти на 100 миллионов рублей. Руководители предприятий, которые допустили это, привлечены к уголовной ответственности. В Кирове уже отремонтировано 13 тротуаров. Об этом похвастались в городской администрации. Говорится, что ремонты пешеходных дорожек в городе идут без отставания от планов. В этом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды будет восстановлено 44 тротуара. Там будут заменены бордюры и уложена брусчатка.